Американская резинка спицами очень похожа по способу вязания на болгарскую, как будто часть этой резинки. Смотрите, тоже очень красивая, отлично подходит для шапок, можно для жакетов, свитеров. Итак, снимаем кромочную, вяжем 2 лицевой и 1 изнаночной. 2 лицевой и 1 изнаночной. Снова 2 лицевой и 1 изнаночной. Это у нас как бы установочный ряд. Рисунок получается в этом ряду. Хотя он вяжется проще, чем первый. Просто кромочные и между ними 2 лицевые и 1 изнаночная. Количество петель делится на 3. И второй ряд. Второй ряд получается гладкий. И посмотрим, как вяжется. Кромочную снимаем, лицевую вяжем, накид, 2 лицевые и через них протягиваем их через накид. Снова 1 лицевая, накид, 2 лицевые и снова накид. И продеваем эти 2 петельки через накид. И повторяем так до конца ряда. И эти 2 ряда повторяются до нужной нам длины. Посмотрите, как вяжется болгарская резинка, и вы поймете, что они очень похожи. Правда красивые?